Стиль жизни представляет Нараби. Перемешайте отдельно карты с камнями и карты с условиями. Затем случайным образом вставьте их по одной в протекторы. Каждый игрок получает карты камнями вверх и может втайне посмотреть условия на обратной стороне. Задача игроков – расположить камни в порядке возрастания или убывания. В свой ход игрок должен произвести обмен своего камня с камнем другого игрока. После каждого обмена кристаллик подсчета очков смещается на единицу. Разложили все карты в порядке возрастания или убывания? Тогда проверьте, насколько хорошо вы справились. Нараби – это кооперативная игра, в которой сочетание двух сторон карт каждый раз разное. Сколько ходов вам понадобится, чтобы навести в саду порядок?